Прежде всего, большая беда. Мы потеряли 7 детей, ученики 8 класса, четверо мальчиков, 3 девчонки. Они погибли вот здесь, на 3-м этаже. И 16 человек сегодня, сейчас находится, 12 детей, 4 взрослых в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие. Все силы развернуты, конечно, все, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. И сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось.